Друзья, всем привет! Меня зовут Миша Ряженко. Я со своей замечательной безголовой гитарочкой сегодня расскажу вам про, как мне кажется, появившуюся недавно, ну, относительно недавно на сцене, богиню гитары, которая вот уже свой путь шагает максимально широкими шагами и быстрыми к славе и к залу славы рок-н-ролла, который, мне кажется, рано или поздно она сможет завоевать. Короче, мы сегодня поговорим с вами про Грейс Бауэрс. Это молодая, 17-18 лет ей, короче, на момент выхода этого видео, гитаристка из Соединенных Штатов, которая очень играет вот в похожем стиле, очень круто. И играет просто настолько так, как мне нравится, что я бы сам пошел к ней сайдменом играть с удовольствием в бенд, если бы такое когда-нибудь пригодилось бы. Короче, сегодня посмотрим, сегодня послушаем. И подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Вы знаете, что делать. И по ссылочкам в описании вы можете со мной приобрести чатик. Сейчас так можно сделать. Ну, тестим, пробуем. Мне нравится. Я хочу этот контент потом в кружочках, которые отвечаю людям. Я хочу его использовать для публичного своего телеграм-канала в том числе. Ну, а чтобы он производился, хочется отвечать на вопросы тех людей, которые, собственно, эти вопросы задают. Но желательно, чтобы это было не бесплатно, потому что ибо как бы за классную информацию надо платить. Ну и супер акция сейчас вступить в клуб мой можно просто... Супер акция, короче, он скоро закроется. Ну, на вход я имею в виду. И да, будет, да, обновление пособия, соответственно, недоступен. Обновление пособия, ну, наверное, произойдет зимой, но я, короче, пока вот не знаю. Но все, кто сейчас вот зайдут, те получат возможность там просто тусить бесконечно, бессрочно и welcome. Такого предложения больше не будет. Короче, Грейс Бауэрс, ей лет 17-18, 17, по-моему, сейчас, и я как-то наткнулся на нее где-то в соцсетях, и охренел от того, насколько она классно играет всякие вот эти вот штуки. Ну, она по-своему их играет, играет совершенно разную музыку, очень круто работает со всякими педалями, фузы, такой Джимми Хендрикс-образный стиль. У нее есть замечательная гитара SG, ну, вообще на многих играет и нажимает на всякие педальки очень-очень классно. А что я, собственно, рассказываю? Давайте посмотрим первый фрагмент. Ну вот, как видите, просто лампа, просто девчонка и просто офигенный звук. Собственно, то есть тут как бы вот, ну, насколько я видел разных чувих, которые играют на гитаре, она пока самая живая, что ли, наверное. Ну вот, типа, это какой-то супер талант чувствовать инструмент, чувствовать его настолько круто, близко к тем ребятам, которые его чувствуют круто, типа Клэптон, Джимми Хендрикс и прочие ребята, то есть которые душу в него вкладывали, и душа там звучала очень классно. И вот, собственно, у нее получается делать точно так же. И давайте посмотрим второй фрагмент. Вот, как вы видите, тут уже
пожестче, с педальками, с перегрузиками, со всеми делами, тут уже прям такое мясцо пошло. Меня поражает, насколько она тонко чувствует вроде бы и, ну, такую архаичную блюзовую движуху, то есть когда там типа просто... Типа такую. И насколько она классно чувствует всякие рифообразные штучки там, типа там. Типа что-то такое рок-н-ролл-образное. Ну да, рок-н-ролл-образное. Привести из мужчин, тем более из каких-то легендарных кого-то, кто так бы играл. Наверное, вот что-то между Клэптоном и Ричи Котсоном, как мне кажется. То есть вот модерновая больше техника, модерновые приемчики, вот больше в сторону куда-то Ричи Котсон. И классика такая, типа в духе Клэптон, немножко Джимми Хендрикс. Поскольку она все-таки американка, а не афроамериканка, а афроамериканцы все-таки играют по-своему. Ну и мы с вами знаем, Би Би Кинг. И прочие ребята, которые классно, такой черный классный движ транслируют через свою гитару. Вот она все-таки транслирует такой типа белый движ, больше такой типа white style. Но при этом классно звучит наравне с ними с точки зрения чувства инструмента, с точки зрения динамики, мелодики, интонации и подобных всех историй. И этим, собственно, я поразил, потому что обычно, я даже, честно говоря, не помню гитариста, который меня... А, да, гитаристка, я не помню, как ее зовут, из группы Alabama Shakes, которая вокалистка и гитаристка. Эти все ее гитарные партии, это просто что-то типа... Ну, посмотрите, Alabama Shakes — это просто потрясающе. Вот, наверное, последнее такое впечатление было как раз вот от этой дамочки. А Грейс Бауэрс, она, ну, как-то нежнее, но при этом аккуратнее, где-то местами гораздо техничнее, и все это прям, не знаю, короче, держит она инструменты и идеально с ним сливается. Есть интересная история про нее, которую она рассказывала в интервью, что ее вот эту гитару SG, которую ей подарили 50 какого-то года Гибсон, подарили просто действительно в Нью-Йорке, когда она просто пришла в какой-то магазин, начала играть, и чувак подошел такой, типа, на, поиграй вот на этой, короче. Она играет, типа, туда-сюда, он послушал, потом такой, типа, слушай, короче, забирай, это твоя гитара. Она такая, что, типа, как, чего? Ну да, короче, он ей подарил, вот до сих пор она говорит, что это главная гитара, и на ней, собственно, в основном и играет. Пошли там всякие уже движухи, если посмотрите в соцсети, там... какие-то премии вручения, какие-то рок-фестивали, благотворительность. Она прикольный контент пилит, собственно, типа, когда там взаимодействует с людьми, тоже, типа, харизма. Я вот, например, с трудом так умею, типа, ходит по улицам, торговым центрам, предлагает людям послушать ее музыку, и они слушают, и она такая, типа, поставьте от 1 до 10. Ну, и они там что-то в основном высокие оценки ставят, и получается классно. Поэтому, да, гражданочка, мне кажется, претендует на статус одной из топ три текущих вот прям гитаристок вообще ever. Еще, наверное, ну, вы знаете, там есть другие девчонки, как бы, но они постарше, гораздо постарше. И это не такая, знаете, виртуозность, которая там типа, о, я много играю, там всяких звуков, там супер, там быстро туда-сюда, и мне там 15, 16, там 14, 13, whatever. Когда люди не чувствуют музыку, потому что она ее чувствует идеально. И вот с бэндом, послушайте, там запись, которая уже есть, с ребятами, которыми она играет такую более архаичную, ну, все-таки там типа Новый Орлеан, там вот из тех краев, да, ребята. И как бы там уже такое, все уже серьезно. Это не просто там сыграть какие-то лики, фразы или какую-нибудь хрень на инструменте. Кстати, есть видосик, где она играет Стиви Вай, Crossroads, да, соответственно, фильм, где она играет вот этот вот...
Паганини, собственно, вот там играл пацан, он играл типа в фильме на телекастере пальчиками. На самом деле это играл Стив Вай, но он там за всех играл в этом фильме, Crossroads. Знаменитый, легендарный, конечно. Стоит его посмотреть. Посмотрите обязательно, если еще не смотрели. И вот она там играет, собственно, этот же Crossroads. Посмотрите обязательно. Очень-очень-очень круто. Я прям рекомендую. Но это не настолько вылизано технично, как это, типа, могло бы быть у какого-нибудь виртуозика непонятного, который такой, типа, там, что-то я научился чуть-чуть играть, и все, я вот играю за всех, типа. Вот, ну и да, мы такие примеры знаем, я их на конкурсах постоянно, этих ребят, видел, когда еще сам дурачком был, участвовал, и там эти ребята как раз, вот где они? Все, их нет. Или они максимум преподаватели какие-нибудь. И она пойдет по другому пути. Она уже играет, уже бенды, уже пластиночка, послушайте обязательно, концерты, видосики, классный бенд, живая музыка, в смысле живая, что она очень такая динамичная, классная, ну, короче, грувовая и вот это вот все. И да, это другой уровень дерьма, как говорится. Так что желаю ей максимально крутейшей карьеры, я думаю, из нее вырастет просто суперзвезда. Ну, как минимум, типа Alabama Shakes, им пару хитов бы сейчас сделать каких-то еще там потихонечку. Не только делать такую прям американскую архаичную музыку, а вот больше что-то хитовое, и все. Это просто будет пушка, бомба, круто, вообще офигенно. Спасибо, друзья, что посмотрели этот видосик. Проходите по ссылочкам в описании. Все для вас. Энциклопедии, чатики, клуб, короче. Все для вас. Столько гитарного нет нигде классного, как у меня. Приходите.